Вчера такой дождина шел, выпала норма месячных осадков, наверное. Все поле наше затопило, на котором мы катаемся на велосипеде, но мы как бы не унываем и поехали сегодня кататься снова. К сожалению, на даче у нас трава не покататься, а здесь вот такие вот плиты бетонные лежат, поэтому мы приходим сюда, к лесу, к нашему, и катаемся на велосипеде с дочкой. Я думаю, пошли, интересно, у нас грибы или нет. В Инстаграме в Тамбовской области уже пошли. Мы тут ходили неделю назад к себе, у нас еще грибов нету. Но хорошо бы сходить еще раз. Сейчас дожди прошли, на улице не совсем холодно. То есть есть шанс, что может быть что-то и есть. Так что надо будет проверить. Вот так вот мы катаемся тут. Маски с собой защитные. И катаемся. Хорошо, народу никого нету. Можно туда-сюда покататься по дороге. У нас уже угли прогорели, а мы тут еще гуляем. Сегодня шашлычок будем жарить. Еще мы любим на костре хлеб запекать черный. Маслице окунаем, и такие греночки вкусно получаются. Так что сегодня праздник живота. Впрочем, как и всегда. Где они там? Вон они. Вообще, хочу сказать, на даче хорошо. Мы уехали из города. И здесь можно хотя бы отдохнуть и погулять. Но все равно масочки у нас тут наготове. Где моя тут масочка? Потеряли меня? Всегда наготове. А вообще просторы. Давай обходим. Смотри, какая тут грязь. Мы сейчас с тобой тут аккуратненько обойдем. Аккуратненько, чтобы в грязь не ворваться, да? Ну потому что смотри, вчера шел дождик, да. И много луж. И грязи, тем более на поле. Ой. Вот. Давай, перепрыгивай здесь. Туда же земля хлюпает. Сколько осадков выпало. Погода налаживается. Хотя ветерочек вот такой еще присутствует. Но надеюсь, что пойдет уже на тепло. Потому что в понедельник уже июнь. А тепла как такового еще не было. А хочется уже солнышко, тепло. И просто погулять в хорошую погоду. Так, ну вот у нас шашлыки подрумянились. Потом мы берем, кладем в казан их. Так, седьмая, да, тут не видно. Так, ну вот столько у нас получилось шашлыков. Теперь мы накрываем все это. И будем ставить обратно. Они будут у нас томиться в казане и доходить уже. Сейчас я разровняю тут только чуть-чуть угли. Вот, поставим бачок. Вот сюда вот. И будем жарить хлебушек черненький. Да. Так, ну вот я поставила наш шашлык в казан доходить. Тут хороший жар. Теперь я буду жарить хлеб. Я возьму решеточку, возьму черный хлеб, буду обмакивать в маслице подсолнечном. И будем жарить на костре, чтобы он подрумянился и стал хрустящим. Ну, такие хлебцы. Получились. Ну все, я закончила. Вот так вот приблизительно все это выглядит. Вот хлебушек у нас лежит. Тут вот у нас идет дымок. Это у нас тут шашлык. О, горячий. Торчат. Так что, в общем, сейчас жарим, ждем. Шашлык мы ставим где-то на полчаса. Вот он будет тут стоять, томиться. Будет еще вкуснее. То есть и для верности, что он точно прожарился. Это вот для нашего такого успокоения. Ну и плюс мягче он становится, когда немножко потушится. То есть дымком обдался, мы пожарили, и дальше он тушится. Ну а хлебушек, конечно, очень-очень вкусно. А кто любит, можно сольцы потом посолить, можно чесночком натереть. Такие греночки получаются, вот как продаются в магазине.
огурцы посадили, вторая попытка. Первая у нас не удалась. Я высаживала рассадой огурцы на подоконнике. Мы все это высадили, посадили благополучно. И через где-то, ну, после как мы высадили, через дня три они уже у нас все, загнулись. Холодно было. Вот сейчас снова замочили, но уже не через рассаду, а просто вот луночки сделали и закопали. То есть что вырастет, то вырастет. Будем смотреть. Тоже смородина. Тут у нас смородина. Здесь у нас крыжовник. Крыжовник и смородина у нас много. Вон она прям колеей туда идет. У нас зеленый лучок. Правда, грядочка такая не оформленная, но вот он растет. Оставили чуть-чуть на поесть, хотя вот он уже стрелки пустил. Остальную срезали. Тоже я лук замораживаю. И все это идет на зиму, потому что все мы не успеваем съедать. Сирень зацветает. Ну вот и все на сегодня. Всем пока-пока.